Презентация реновации здания необычной формы по улице Имской состоялась на площадке конторы пароходства. В здании бывшего бассейна, преобразованного в ночной клуб, разместится торговый центр. Планируется, что там появятся востребованные магазины, прокат спортивного инвентаря и видовые рестораны. Площадка станет востребованным социальным объектом для жителей города и посетителей экопарка «Затюменский». Основатель управляющей компании «Колесник» Сергей Колесник рассказал о перевоплощении объекта. Хотелось бы, конечно, увидеть на втором этаже рестораны, потому что там 5 метров потолки. Вот, мы сейчас, оно сейчас трехэтажное, но мы сделаем двухэтажное, потому что там этажи очень неудобные. Вот, соответственно, у парка 5 метров потолки, 4 метра окна. Думаю, хорошие рестораны получились. Возможно, детские, да. То есть, помимо парка, там много якорей. Это вся плотная застройка Цемлянского, загородная, наверное, одна из самых наших таких, ну, таких, скажем, назовем, средних плюс-плюс, да, и выезд в город, то есть это Зеленые холмы, Кулакова, Каменка, то есть это такое место, то есть точно на первой линии, как говорится, бесхозным не будет. Главное – это правильный вид. Главный архитектор проекта Анастасия Белугина рассказала, что новый торговый центр парковый по своему внешнему виду станет прекрасным дополнением экопарка «Затюменский». Здание будет выполнено в деликатных деревянных оттенках с использованием металла. В уровне первого этажа мы будем использовать дерево, это лиственница. Она будет с интересной выкладкой, дающей фактурный орнамент вдоль фасада. На втором этаже мы используем профилированную сталь, оцинкованную. Она будет достаточно блестящего, красивого, серебристого цвета и отражает в себе закаты, рассветы, блики солнца и неба. Руководитель управы Калининского округа отметил, что перезагрузка этой территории началась с экопарка «Затюменский». Новый объект станет вторым этапом преображения и толчком к преобразованию ближайших улиц. То есть сегодня, как оно выглядит, оно в неком диссонансе с экопарком и вообще с архитектурой этого округа. Надеюсь, что после реанимации, скажем так, данного здания и вообще то, что наполнится жизнью этот район, это очень хорошо. Потому что сегодня мы видим в городе и в экопарке наполняемость очень большая. Люди идут отдыхать, людям надо чем-то заниматься. Поэтому мы со стороны муниципалитета делаем тоже свои шаги. Вот буквально на днях мы разместили реставрацию второй части экопарка, то есть там, где сейчас спорткомплекс «Нефтемаш», мы его тоже будем переделывать. Отметим, что реновация бывшего ночного клуба «Пещера» начнется уже в сентябре.